И еще об одной сделке Дональда Трампа. Порнозвезда Стефани Клиффорд устала молчать о своей связи с нынешним президентом Америки. Актриса, больше известная как Сторми Дэниелс, ранее отрицала слухи о романе с Трампом. И вот теперь через суд хочет вернуть 130 тысяч долларов, которые в свое время получила от адвокатов, и признать сделку о неразглашении сведений недействительной. После этого обещает рассказать об отношениях, которые якобы продолжались 2 года, уже когда Трамп был женат на Мелании, а также угрожает опубликовать фото и даже видео с президентом.